Итак, всем привет. Ну и вот мы, собственно, продолжаем, на чем остановились. Я пришел с того места в полицейский участок, сдать здесь задание, все дела. Но я, когда монтировал предыдущий ролик, заметил то, что ранящий револьвер этот я пропустил. И я подумал, схожу-ка я за ним. И сходил. И вот, как мое дополнительное оружие, такое вот, решил выбрать его. Ну так, мы продолжаем идти сдаваться всяким дурачкам. И на сей раз это последнее, я вам обещаю. Дальше пойдем в Diamond City. Все. Сейчас я ухожу. Я больше не хочу с вами тут оставаться. А то вы мне так и будете давать задания. Так, второго дурачка надо найти. Вот он и есть. Вот он ходит. Да. Зачищен и все. Давай, пока. Проваливай. Все, и я зато у вас не очень рад буду видеть. Это со мной не хочешь говорить. Ну и все, короче. Я ухожу от вас. Не нравится мне больше. Так, значит, Diamond City у нас находится где? В какой области? Вот в этой. Так. Стурджес, нет, не хочу с тобой разговаривать. А вы кто еще такие? Престон Гарви. Так, ладно, с тобой потом. Потом с тобой обсудим все. Мы сначала идем в Diamond City. Не надо меня так больше пугать. Так, значит, ну что ж, я осматриваемся, что может быть тут интересно. Так, инфекция. И, кстати, мне урон наносит эта инфекция. Мне это не нравится. Так, давайте-ка поедим сначала. Где у меня тут собачатина? Вот отбивная от собачатины. Так, идеально. Так, и что нам поможет? Вот болезнь. Все отлично. Это тоже выпьем. Ну и закусим, короче, всякими фруктами. И пойдем. Так, а это что за здание? Давайте-ка пройдемся туда. Здание с дуднями. Дудевое здание. А ну иди сюда. Чертила. У, сука. Разыбу. Так, здесь рейдера, значит, были. Ладно, хорошо. Пищевая паста. Ну-ка. С радиацией? Нет, без радиации. Отлично. Принимаем. Так, патрон дробовика пригодится. Так, а ты кто? А ты наркоман. Окей. Наркоман. Так, нет, так, меня это не устраивает, нужно избавиться от чего-нибудь. И избавлюсь-ка я, наверное, сюда вот я выкину свой уже ненужный миниган. Уж слишком много он весит. Но я не думаю, что он там обойдется мне в дохрена крышечек. Поэтому ладно, погнали. Тупо ходим, тупо осматриваемся. Айскрим. Может, там что интересное будет. А давай заглянем. В первую очередь в урну. Во вторую очередь в кассу. Ля, как много денег. У, сука, я богат. I'm rich, как кто-то некоторый классик говорил. Так, на продажу все сойдет. Так, а вот это что за здание? Ну-ка, давайте-ка заглянем. Ну,
после этого автобуса, конечно. А в автобусе ничего нет интересного. Боюсь, кстати, заглядывать, пока у меня там хреновое снаряжение, но... Холл институт. Так, а какого института? Ну-ка. Попробуем-ка обойти еще, посмотреть. Угу. Ну, пока ничего не понятно. Ну, давайте пока ограничимся мусорками. Бутылка из-под молока, подушка с соломой. Нет, ничего не надо, и все, значит, уходим отсюда. А, нет, все-таки ебет меня, пиздец. Пиздец ебет. Если что же мы убежим. Так, сразу драка тут слышится. Кто с кем? Супермутант с синтами. Так, нет, ребят, все, я уже ухожу. Я не вмешиваюсь в это. Мне хватило. А то я живой до Diamond City-то не дойду. Так что смысл мне вот этого. Мы сейчас тихонечко, потихоньку пойдем в Diamond City. Не будем ни на что отвлекаться. Будем отвлекаться, когда у нас будет хорошее снаряжение. Много времени свободного. Миссия какая-нибудь ненапряжная. Больше ядерных блоков. А так нет. Нет. Я пока боюсь. Вы не заберете у меня право бояться чего-либо. Опа. Это что, БТРы там? С собачками? Так, ну сейчас проверим. Скорее всего, там рейдера должны быть. Но нам-то это и нужно. Нет, больше на БМП. Похоже. Ну ладно, глянем. Рейдера. Сейчас мы вас... Дай-ка мне тут прицелиться. Так, еще один. Так, вот отсюда, наверное, надо, чтобы со скрытого урона. А ты съебался, да? Ты рад съебаться. Опа, ни хрена ты тут какой. Ну куда ты провалился? Давай, иди сюда. Убийца. Да. Еще будет кто? Так, вы что там, купаться решили, что ли, покупаться? Или это волны? Ну ладно, неважно. Разрушенный корабль Клокут. Ладно, разберемся. Ну шо, где вот там головы дурные? Так, ну этого не я убил. Так, мне откуда к тебе попасть-то? Окей, вот, все, вижу. Вижу. Так, нужно поставить, кстати, эту штуку. Штуку. Где она? Раньше Q. Так. Ну, вот не четверочку пока. Так. Хоба. Хоба, да шо ты? Да смотри. Нет, меня это не устраивает. Уходите. Убивайся. Так, ты убился, ты остался. А я тоже могу. На, вот лови. Не, вас говно, короче, я так понял. Бля, всего поломали, ёпта. Так, ну ладно, понял, нужно аккуратно. И здесь еще кто-то остался.
По-любому здесь кто-то остался. Ну в этом, в экзоскелете. В силовой броне. Так. Это плохо. Это очень плохо. Я не помню, где я последний раз сохранялся. А сохранился я довольно-таки давно. Последний раз. И пришлось мне очень далеко идти. И проходить все заново обратно там до супермаркета и прочего. Но ничего, сейчас я уже научен, что здесь на рожон не надо идти. И будем так по чуть-чуть отстреливать всех петухов. Давай вот с тебя, петушок, начнем. Оба. Отлично, продолжаем. Все, следующий ты. Раз, два, три. На Путина, кстати, был похож. Так, сейчас мне самое главное найти в броне которого. Так, есть еще? Так, по-моему, там еще... Еще должен быть кто-то. Еще кто-то и экзоскелетный. Давай-ка просто так попробуем закинуть, чтобы привлечь его внимание. Не идешь? Ну ладно. Попробуем, значит, на рожон. Так, ну тут никого нету. Окей. Хватит лагать. Чё-то заебал-то лагать в последнее время. Слишком часто. Вот ты. Так, еще кто-то внизу. Слышал, слышал. Давай, я тоже умею гранаты кидать. Так, остался один. Один и пес. Так, ну я думаю, с ним справлюсь. В смысле мерещится? Тут твоих товарищей поубивали. А ему все что-то мерещится. Дурачок. Вы еще более дурачки, чем... Нежели чем браться стали. Yes. Так. Фрукты и овощи восстанавливают здоровье на 50% эффективнее. Окей, как скажешь. Как скажете, я только рад. Так, 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 так. Все, здесь больше вряд ли что-то будет. Так, ты мне не нужен, ты отключайся. Так, все, ладно. Больше не нужно никто ничего. Так, здесь пес еще должен быть. Тут, мне кажется, все очень и очень хорошо и красиво. Все обустроено. По-любому здесь помимо журнала еще что-то должно быть интересное. Но мы это проверим. Так, пистолет-пулемет. Нет, мы не любим пистолеты-пулеметы. Так, давай, где ты, пес? Я ж думаю, ты меня не съешь. Так, стоп. А куда делся? Упал, что ли? Окей. Упал, так упал. За тобой я туда внутрь точно не пойду. Так, смотрим. Патроны все. Бронебойные автомобили. Автоматически сразу нет. Импульсные мины, ладно, продадим. Так, я, по-моему, что-то не то взял. Да, вот это вот не то взял. А вот ты, пес. Давай я тебя потом съем. Съем твое мясо. Так, ядерные блоки по-любому здесь есть. Точнее, есть вероятность, что там они есть. Nice. Но это тоже хорошо. Так, вот там наверх. Наверх еще ведет дорога. Глянем. Так, они не открываются, да? Может, откроешься? Нет, не открывается. Это плохо. Очень-очень плохо. Ну ладно.
Так, а тут у нас жвачка и наркота и поспать. Нет, мы пока не будем спать. Мы по дороге не сохранились. Но думаю, вряд ли уже что-то подобное я встречу, что меня может убить. Но ничего не исключаем, так что будем чрезмерно аккуратны. А пока мы направляемся в Diamond City. Гля, красиво. И что ты мне руку даешь? Типа, что ты там держишь? Опять перестрелки. Кто с кем? Так. Стрелочка. Это, наверное, не туда, да? Так, ну а кто с кем стреляешь? Ты кто? Ага, ты как раз охрана. Против. Ага, против супермутантов. Окей. Это всегда за. Опа. Там, значит, что-то сейчас еще поимею. Да куда ты? Давай вон тебя. Шо ж ты живучий какой? Ща мы тебя. Оба, все. Кто я остался? Да, немало вас тут. Так, ты один остался, окей. Все, сдохни уже. Конечно, обошлось, если б не я вас тут всех перебивал бы. Давай тебя тоже сожрем. Так, все, сейчас к этому, к легендарному. Вдруг там что-то прикольное. Так, неутомимый пистолет-пулемет. Критические попадания восстанавливают ваши очки действия. А, спасибо. Ну, хотя много крышек стоит. Окей. Заберем, чтоб продать. Все, и уходим отсюда. Нам здесь больше делать нечего. Так, это нормально, это Пурель. Ладно, Пурель хорошая. Не будем ее, значит, трогать. Ну, наконец-то мы подходим сюда, а то что-то уж затянулось это начало на несколько серий. Эти стальные дурачки меня просто не отпускали. Но они и сейчас не хотели меня отпускать, но я уже сам ушел. Да ибо нехуй. Я чё им тут? О! Ну привет! Давай, Салливан, открывай! Открывай! Давай. Хватит уже пиздеть. Ты чё её не впускаешь? Здесь опасно вообще-то. Ты что, охуелший что ли, блядь? Тем более она здесь живет. Вы чё, ебанутый? Ну конечно хочу. А для чего ты как думаешь я здесь? I just got here, but yeah. Shh. Play along. Окей, давай подыграем. You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supplies? О чем ты тут пиздишь? Скажи мне. Alright. Need to make it personal, Piper. Give me a minute. Better head inside quick before old Danny catches on to the bluff.
Ну окей, го-го-го. А ты что за черт? I told Sullivan to keep that gate shut. You devious, rabble-rousing slanderer. The level of... А может ты лох? Может ты, блять, крыса? Я знаю вас, чиновников, и ты такой. Ну, вот мэр, ну да, я был, я угадал. Я был прав, мэр. Чинуш. Конечно. Кыш, найдется. Давай, 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 давай. На, мне надо проходить. Ну, да, ну шо ж. Короче, ты не слишком ли такой? Наглый. Меня спрашивает, ты первый попавшийся на мне человек. Хочешь, чтобы я тебе все рассказал? Ну все, давай, 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 давай. Да, я потом к тебе обязательно зайду в офис. Да, я дам тебе интервью. Посмотрим. Так. А, ты дурачок, Салливан. Ладно уж, извини. Давай, короче, с тобой ты, типа, охранник, все дела. А, ну пошел ты в жопу тогда. Нет, помоги мне. А, вот, вот, хорошо. Обход рынка, угу. Неоновые выписки. Ага, детективное агентство Вали, окей. Спасибо, пошли тогда в детективное агентство, хули. Ох, сейчас продамся. Итак, мы в Diamond City. Так, мне куда надо было? К Пайпер сначала заглянуть, да? Так, опять сценка. Давайте уже остановитесь. Так, а уйти можно? О, да, можно. Ладно, потом к тебе зайду. Пока осмотримся. Кто здесь есть? Так, здесь врач, да? Только я врача самого не вижу. Тут я пройти не могу, да? Логично. Так, окей. Так, здесь кто? Так, здесь парикмахер. Так, ты кто такой? Ты повар, да? А, давай. Тысяча крышек! Сори, сори, я не хочу есть, я не голоден. Так, ну сейчас вечер, да, и... О, вот магазинчики. Так, ясно, здесь, короче... Ясно, ясно, ясно. Это кто? Броня? Нет. Я вот сюда вот хотел заглянуть. Так, посмотрим, что я тут могу сделать. Так, я кастет брал. Так, ладно, его разберем. Неутомимый пистолет-пулемет. Это на продажу, ранящий на продажу. Нет, ранящий пока ходим. Вот штыковой. Разберем. Так, с тобой что можно сделать? Что с тобой можно сделать? Ресиверы поменять. Вот этот бы поменять ресивер, но нужен фанатик оружия третьего уровня. Охренеть.
Собственно, такого нету. Так, много слишком требуешь. Так, дальность, точность стрельбы, низкая точность от бедра. Так, ну вроде немного чего требует. Давай-ка тебя установим. Так, удобная рукоятка. Так. Так, уменьшение дачи при прицеливании. Так, это тоже пойдет. Да, что-нибудь такое. Коллиматорный с подсветкой. А, давай, сойдет. А, стоп, насадка. Большой штык. Малая дальность. Нет, чуваки, все. Так, а из этого? Так, эту я уже укрепил, все по максимуму. О! Дорого стоит, ну ладно, я особо и не жалуюсь. Штык. Нет, ты дальность меня уберешь. Ложа тоже. Угу. Так, правильный властелин. О, кристаллы, проводки, пластмассы, наука требуется, ясно. Я здесь ничего не смогу сделать. А вот есть только улучшенный прицел. Меткость на один прибавится. Ну ладно, хоть что-то. Ну все, выходим. Так, что мы тут еще можем сделать? Так, здесь на Т же ждать, да? Давай-ка. Может присесть тогда куда-то надо? Вот сюда вот присядем. Так, вот мы сели. Да, вот 10 часов. Значит, подождем. Мы тоже 8. Да, 8 подождем. По-любому с 8 же все работают. Открылись? Сомневаюсь. Время 6 еще. Вот 8. Все, отлично. И сразу спать надо. Сразу спать. Вон, я уже вижу их. Появились они. Первостепенно мы идем. Мы идем вот сюда. Вот ты мне нужен. Да. Придется тебе заводить новую карту. Нет, пластику лица мне не надо, просто вылечи меня. Так, сначала облучение. Давай. Слишком много говоришь. И не пропускать тем более, и не пропускаешь. Конечно, теперь раны залечи все мои. Ну давай уже. Как долго здесь лечиться? Так, окей, все. Все, нет. Больше мне не нужен. Так, стоп. Пропустил кого? Чем? Химия, да, это здесь получается? Наркоманская хуйня. Да. Да, у тебя есть работа? Попрыгнуть мутант. Все, понял. Давай денег сразу. Давай больше. Ну, сука.
Окей. Так, дай-ка я тебе еще продать кое-что хочу. Так, давай. Конечно, еще какую без рецепта. Так, мне продать надо. Так, вот это тоже мне не понадобится. Так, хлам. Нет, не в хламе. Разное. Ну так-то. Так, ничего не весит. Не весит. Так, винт. Что у нас? Замедление. Ладно, пригодится. Сила. Пригодится, но оставим его. Так, продадим 9, продадим 6, чтобы 3 был. Антир 1, ну тоже так вот оставим. Около 3 антибиотики, пускай все будут. Так, а у тебя денег-то и не хватит. Мне все отдать-то. Давай хоть воды очищенную тебе возьму. Так, дикая смоляника не нужна. Жевательные постилки тоже. Медикс тоже продать 3. Ментаны тоже оставить 3. Радиксы. Так, ну все, я смотрю, уже много чего. Ты меня не сможешь купить. Все, ладно, давай, пока. Так, теперь ты. Нет. А, ты тоже можешь мне работу дать. Окей, окей, давай. Денег только сначала. Ты чё, краснорожий? Так, ясно. А чё ты продаёшь? Тоже всякую бейсбольную штуку. Так, ясно. Бейсболка, бейсбольная перчатка, биток, бритвозлак. Так, с оружием сразу. Ага, ну всякие разные биты ты продаешь. Ясно, неинтересно. Ясно, неинтересно, ясно, неинтересно. Ладно, все, пока. Ладно, хоть задание ты мне дал. Есть такое. Ты мне задание можешь дать, не? Не можешь. Давай, значит, просто. Чем-нибудь обменяемся. Большой мальчик выпускает дополнительный снаряд, но в любом случае я его не смогу купить. Да и этого у меня нет. Ух ты, вот это получше даже будет, чем у меня то, что есть. Его бы мне. Он стоит, я все свои крышки потрачу. Так, ну хоть что-нибудь интересное вы мне здесь дадите. Так, вот эту мне штуку обязательно надо. Так, зажигательный лазерный пистолет. Нет, не нужен. Ясно. Ну, здесь тоже ничего интересного. Помощь. Каркас силовой брони. Вот. Самое интересное. Так, у меня какой? 45-й калибр, да, был? 1500 крышка. Ух. Ну, я возьму... Да тихо ты. Тише, тише, тише. Еще вот столько возьму. Так, ракеты не... О-о-о-о, ядерный блок. Так, по 550. Два возьму. Два. Так, это тоже мне пригодится. Чего все какое дорогое? Артура, че ты какой? Черт. Так, ладно, перейдем отсюда. Боеприпасы. Не нужно. Еще весит. Дохренище. Не нужно.
Так, 308. Так, у нас этот. Так, это на продажу. Секунду, где у меня тут? Вот, 308 как раз карабин. Здесь 45. Так, это тоже я тебе продам. Импульсная граната и мина тоже, я думаю, не пригодится. Окей. Так, и почему я вот это ношу? Две их причем. Если она у меня не отображается, лишний только вес берет. Ладно, уберем, уберем, уберем. И эту уберем. Так, дальше. Так, 38 калибр. Не вперся никуда. 308 нужен, дробовик нужен, 44. Нет, у меня 44 ничего нету. Огнемет тоже не нужен. Ядерная батарея нужна. Итого, я должен ему 700 крышек. Мне еще купить кое-что надо у него. А конкретно. Ну где же ты? Ну где же ты? Так, секунду. Дробовик же у него тут был. Я что, его проебал? Или мне показалось? Не могло. Ну ладно, что ж, походим без дробовика, значит. Но мне не могло показаться, вы что? Ладно. Ты меня наебал на дробовик, понял? Банок мне. Зона боевых действий? Не знаю. Давай. Да не буду, ты мне только дробовик можешь, дашь? Может, у тебя хоть есть дробовик? Вот, короткий боевой дробовик. Ну, был же он там. Так, нагрудник обитателя пустоши. Но все равно эти не засчитается мне ничего. Так, что тут еще есть? Что я могу продать, чем мне особо не нужно? Я знаю, чем мне особо не нужно. Я симулятор уже 434 набрал. Оставлю я себе 10. Продам, значит, 24 на 400 крышек. Нормально. Все. И мне сейчас надо тупо подчиниться. Все, чинимся. Так, Т чинить. Р выбрать. Так, а я могу вообще промодифицировать его? У вас не намного. Ага. На одну могу. Ладно, и то лучше будет. Так, фонари. Так, пока не могу. Тоже не могу. Так, алюминий, ядерный материал. Повышает силу. Окей. Пускай так и будет. Так. Я починил? Нет. Ты чините. Так, дальше идет туловище. Модель Б. Так, и армейскую окраску. Кайф. Так, сначала все починим. Что еще там нам нужно? Все починим. А, вот это еще не починил.
Так, давай с ногами разберемся. И армейскую окраску. Так, дальше. Руки. Модель Б. И армейскую окраску. О, хоть нормально выглядит, вы посмотрите. Хватит кашлять. Так, осталось тут тоже модель Б. И армейскую окраску. Ну, прям глаз радуется, хоть не ржавый теперь. Так, намного увеличивается? Ну, по 20. Ну, тоже хорошо. Так, ну и, собственно, армейскую окраску. Ну, прям вообще шик. Тупо шик. Ля, какой теперь красавчик. Так, здоровье убавляется. Ага, перегруз, значит, еще и здоровье. Так, он говорил, вот сюда вот идти, да? Так, а это что? Объявление для всех, у кого есть оружие и не остыл еще запал. Backstreet Apparel страдает от нашествия рейдеров. У них есть деньги, снаряжение, припасы. Это все, что украли у честных, порядочных работяг. Все, что найдете, забирайте. Так. Обязательно уничтожу. Ага, вот вывеска детектив. Детектив Валек. Я бы еще погулял бы здесь. Еще бы здесь погулял бы. Ну ладно, потом. Чё, откуда у меня вообще это появилось? Непонятно. Давай, Вали. Ну привет. Я могу здесь поспать? Нет. А так хотелось. В смысле закрыты? У меня очень важная информация. Ага, еще детектива нужно спасать. Так, занимался расследованием. Да, давай бабло сначала. Все, хватит. Я пока не такой. Я пока не такой наглый. Все, давайте. Да, найду его. Так, у меня уровень новый, да? Давайте посмотрим, что мы можем. Так, постепенно увеличение здоровья. Очень хорошо. Так, это рано. Так, ну, я пока все выкину. Так, нет, это пока не хочу учить. Это я уже все доступное. Вот, да, вот в натуре. Что-то не юзаю харизму. Так, искусство торговли, цены выгоднее. Так, надо. Так, женщины убеждению подают и 5 больше урона. Так, тут женщин так-то многовато. Нет, вот и вот. Нет. Так, через 3 левела его прокачаем. Так, а может что взламывать? Где тут взлом? Карманчик. Вот взлом, да, значит? Давайте взлом мы прокачаем пока. Сразу, смотрите, подалось-то, блядь, заданий. Так, ну мы в Валентайнов день пройдем. Пройдем сначала Валентайнов день. Ну а что я могу сказать? Пройдем-то, наверное, это все начнем в следующей серии. Так, секунду. Че за шум? До драки нет? Kyle, no!
Ну, короче, пройдем мы это все, наверное, в следующей серии. А так, время и так уже много прошло. Ну и всем пока.